написали снова целую книгу в защиту того, что Анг неплохой отец. Нам что судить? Его же дети недовольны. Ну, он им не уделял время, он уделял время Тензину. Ну, опять же, смотри, не все, какие-то дети довольны. Ну, какие-то один дети доволен. Слушайте. Значит, мы не можем уже 100% какую-то оценку ему давать. Он неплохой человек, он просто не всегда хороший отец для двух детей. Вот и все, это не делает его отвратительным. Кто не ошибается? Земля. Выбилось зуб, все, да? Нормально. Блин, ну тебе и так с этим проблемы. Ты не щадишь все никак. Пожалуйста. Огонь. Воздух. Вода. Только Аватар, властелин всех четырех стихий, способен вернуть миру равновесие. Легенда о Корре. А прикинь, мы такие смотрим на мир Аватара. Говорим, как похоже на 20 век. А на самом деле это настоящий мир. Это мы у них все слизываем. Это наш мир. Каким, похож на... каким нахрен образом? Это все по-настоящему там? Что, как объяснить такую всю озадаченность наших комментаторов на YouTube? Потому что они вот реально не живут в этом мире. Они живут там. Тот мир настоящий, а этот не настоящий, и я склонен им верить. Так можно сказать про любой, про любую вселенную из фильмов и сериалов. Да, но я говорю про это. Напряженность в отношениях между севером и югом поставила племена воды на грань разрыва. Войска вождя Уналака захватили юг. Варик поднял восстание, но Кора не дала мятежникам похитить своего дядю. Разгневанный Уналак арестовал повстанцев и родителей Коры, обвинив их в заговоре с целью его убить. Сумеет ли Кора спасти родителей и предотвратить гражданскую войну? Какая-то книга херня. Вторая. Мир духов. Глава 4. Гражданские войны. Часть 2. Мать тоже. Мать тюрягу та же, потому что что? Соучастница. Соучастница в чем? Что ее муж так работает, да? Вот муж, допустим, оппозиционер. Ну, видимо, у дяди Катары Коры так работает. Типа он еще и жену посадил. И не чувствует в этом никаких проблем. И Кора на это смотрит и такая, нормально. Дядя Урдалак вообще в целом норм мужик. Он все правильно да, делает. Ну, кстати, да. А что она просто стоит? Даже не говорит, нет, не надо, они не виноваты. Типа, я потом разберусь, не знаю. Охренеть, она просто она стоит рядом с этим, ним. С Уналаком этим. Они оба. То есть ей норм, ну она считает, что это ну, правильно. Ну, уехали, да? Или нет? Вы делаете ошибку. Мне жаль, что дошло до этого. Но твои родители встречались с мятежниками в своем доме. Как ты можешь поступать так с родственниками? Не волнуйся. Я поручил вести процесс судье Хотоху. Он предельно честный и порядочный человек. Дядя, мои родители не связаны с людьми, напавшими на тебя. Я уверен, что это так. Значит, нам не о чем беспокоиться. Но с другой стороны... С другой стороны, он такой, я все отдаю в правовое поле, это просто формальности, Кора. Я никакого зла не держу. И Кора такая, ну да, ну по факту. Надеюсь на это. Как красиво. Где Варик? Мы уже час назад должны были заключить сделку. Успокойся! Прекрасный дворец. А знаешь, что еще лучше? Эска не в курсе, что я здесь. Да мне уже бесит эта комедийная ситуация, да, с этой... на самом деле, С этой HKD-шкой, блин, я уже задолбался. Они просто нужны для комедии, я так понимаю. Больше но не мне лечу. Не весело с этого. Вообще не весело, я какой-то напряг ловлю. Да. Я не прятался. Привет, привет, привет. Я охочусь не за тобой. Пока что. Мы ищем Варика. Наш отец хочет отдать его под суд. Что он сделал? Он предал племя воды, так же, как наши тети и дядя. Что? Родители Коры арестованы? Да. Твои дедуктивные способности впечатляют. Да, он полицейский. Варик здесь. Ладно, все, оставайтесь. Оставайтесь. Нет. Понятно. Десна, нам придется продолжить наши поиски. Мой парень, кланяйся, я ухожу. Есть, есть, моя милая куала-выдра. Ты очень мил, когда присмыкаешься. Ужас. А у нее какой-то...
смещение шейных позвонков, что вот типа оно вот прям так горбится. Они оба очень горбятся, ты не замечаешь? Да, замечала. У них какая-то очень статная, но при этом инвалидная осанка. Не позволяй так с собой обращаться. Умей постоять за себя. Я хотел с ней порвать, но Мако дал мне ужасный совет. Спасибо, Мако. Стой, в чем я перед тобой виноват? Блин, ты должен ей все честно сказать. Теперь он блин. Блин, блин. Объясни с ней. Честность — это для дураков. Это Варик? Хочешь бросить девчонку? Не встречайся с ней. Исчезни так же, как я. Он в медведе. Где вы? Мне кажется, он в утк... Утконосе медведи. Медведи утконосе. А, и то медведь. Я думал, на полу тот, что белый медведь. Я никогда не найду. Внутри Пин-Пина. Как дела? Можете выходить. Ой, а где же Пин-Пин? И начинается новый мультик. Ходить. Они ушли. Ни за что. До тех пор, пока я не буду на 100% уверен в своей безопасности. А, спасибо, Жули. Ваша помощница... Очень удобно. Это тоже там? Жули меня никогда не покидает. Фу, ты забыла мед? Простите, сэр, здесь меда нет. Нет меда? Мы внутри медведя, между прочим. Я схожу проведать Кору. Болин, я для тебя кое-что приготовил. Болин. Вот это да! А теперь слушай. Суд — это происки Уналака, никаких сомнений. Ты должен сделать так, чтобы мои товарищи не попали в тюрьму. А деньги зачем? На взятки, конечно. За несколько юаней многие готовы помочь. А, мне кажется, я понял ваш намек. Вас. Намек? Тебе прямо сказали. Дай взятку, чтобы не посадили моих друзей. Намек? Арик Пин. Что за намек? Более смешной. Да блин. Ики, где а, ты? Они еще не нашли ее, nee. уже рассвет. Охренеть. Она же в храме все еще. Да понятно, что там на Кыш, отстаньте от меня. Вы даже хуже, чем Кая и Буми. Так, все собрались. Ики, хвала небесам. Джунипер Молния, лапы со стола. У нас цивилизованный завтрак. Она нашла бизон. Папочка всегда вас нашла. Маленькие бизоны. Благодарение перед едой. Тихо! Слушайте! Я сейчас сдохну! Их в отличие от Афы можно потискать. Они такие хорошие! Благодарны за вкусную пищу и за то, что мы стали самыми верными друзьями. А еще больше за то, что тут нет Милу и Джиноры, потому что они вонючки. Ой, так интересно. Что он типа, наверное, в ней видит себя, что его тоже все детство задирали. Сейчас ошибки не совершить те же. Да. Не да, выделять не кого-то. Не выделять никого, да. Пучка, кажется, ты меня нашел. Мне надо идти. Погоди, для меня место найдется? Конечно. Садись рядом с хитрой голубикой. Очень приятно, хитрая голубика. А это принцесса Радуга. Я не могу. Это блестящая звездочка и Джунипер Молния. Они мои новые братья и сестры. Новые, говоришь? А мне они станут новыми братьями и сестрами? Может быть. Но только если они согласятся. Ага. Нет, он хороший. Они согласны. Ужасно. Но я не замечал терки между детьми Кензина. Да, кстати, они, мне кажется, появились просто, чтобы... Чтобы подраскрыть. Поднять прошлые темы, Порядок. Я отдал кому-то все деньги и сказал, вы знаете, что делать. И под... К чему это доверили Болину? Почему не Мака? Почему не Мака? Мака, он как бы... Он, по крайней мере, понимает, что где он находится. Да. Он такой, я... Ну, на Южном Или полюсе. Или Асами. Или Асами, да. Асами-то, наверное, точно... Асами почему... вообще его Почему? Асами партнер. Же с ним сделку заключила. Почему не Асами? Почему болен? Блин. Мигнул. Ха! Они, конечно, все поняли. Очень грустно за деньги. Очень грустно. Тут...
Внимание, суд начинается. Председатель судья Хотак. Так вот, кому надо было платить. Да, ты думаешь? Я спал в своей комнате, когда напали мятежники. Меня связали. Дальше я помню только, как проснулся в снегу. Меня спасла аватар Кора. Как показал Уналак, вы были на собрании, где Варик призывал к гражданской войне. Это правда? Да. Эти люди были на собрании? Да, но... А где именно проходило собрание? Протестую! Тише там! Я спрашиваю еще раз, где проходило собрание? В доме моих родителей. А кто вел собрание? Ваша честь, разрешите... Что именно? Разрешите заявить о нарушении правил. Сядьте на место! Варик и ваш отец вели собрание. Мои родители невиновны. Я услышал все, что нужно. Вскоре я вернусь с решением. Все? А где защита? Где... Ну, просто свидетелей слушаю. И все? Привет! Напоминает какой-то средневековый суд. То есть, несмотря на то, что у нас здесь аллюзия на 20 век, но суд средневековый. Это не это значит... Это же племена воды. Они не... Они не живут, как люди... в этом городе. Отрезаны. Столице. Отрезаны от нравов, да. От цивилизации. Теска, скажи, можно мне с тобой поговорить? Разрешаю тебе говорить открыто. О, хорошо, спасибо. Я скажу тебе честно. Когда мы познакомились, зажглась искра, но мне кажется, что эта искра уже потухла. Согласна. Между нами возникла пропасть, и ничто не может ее преодолеть. О, да! Я так рад, что ты понимаешь это! Ничто, кроме женитьбы. Такой классный чокер. Мы поженимся вечером. Можешь поплакать от радости. Нет, не могу, очень туго! Очень странно. Сена, прошу вас подойти. Я нашел вас невиновной. Вы можете идти. О, ну, прикольно. Клево. Где ты ее нашел? Как ты ее нашел? Ведь в ее доме проходил собрание. Она готовила Она еду. Она накрывала на стол. Ну, за это точно можно дать 15 суток. Ну, конечно. Кормить оппозиционеров. Кора! По обвинению в измене вы все признаны виновными. Наказание за это — смерть. Чего? Чего? Нет, во-первых, извините, я, возможно, опять устрой этого мира не понимаю. Они на Южном полюсе. Так. Они на Южном... Они у себя дома. Приходит чел с Северного полюса, они пытаются его, похитить, да, например. Почему это измена? Они у себя! Я не понимаю. Это... Он вождь южного это племени! Это логично, потому с чего что... Чего это нахрен измена? Измена чему? Чего? Измена Уналаку, который внезапно... Который вообще не отсюда, который с Северного полюса. Иди у себя на Северном полюсе, блин, реформы, где... Кому мы изменили? Я, возможно, сейчас тупые вещи говорю, но я реально не понимаю. Ты даже это лучше сформулировала, чем мне в голове это сложилось. Да, это странно. Это очень мы странно. Мы на Южном полюсе! Еще и смерть, ни хрена себе. Причем, да, причем смерть. Не тюрьма ледяная. Не тюрьма, смерть. Они даже никого не убили. Ну, похитили этого урдалака. Ну, пообъясняли бы ему по лицу пару раз, чтобы он, ну, не выгонял старейшину. Вообще... Честно, какая-то дичь. Судью подкупили, только не болен, а кто-то другой, блин. Слушай, а откуда урдалак? Этот пес вообще взялся в роли судьи? Потому что старейшины же должны были, если это прям вот так такое... Так они его все старейшины... Так старейшин же, где подсудимые? Вот они все старейшины. Это и есть старейшины? Да, совет. Не старейшина, а совет. Ну их просто в прошлый раз так назвали, поэтому я для... Ну совет, старейшина, какая разница? Это они и есть, их и судят. А судья, ну видимо, подкупный.
Жопа какая-то. Че у вас с народом на Южном полюсе? Че вообще как? Гражданской позиции вообще, что ли, никакой нет. Но они, видишь, они чувствуют себя братскими народами. Блин, это уже да еб. Лед подо мной трещит! Вы не имеете права! Если убьете их, я убью вас! Коро, успокойся! Я поговорю с ним. Я пообещал уважать любое решение, которое вы примете. Но прошу вас еще раз подумать. Проявите к ним и моему брату милосердие. Ой, какой хороший. Мне кажется, это как спектакль. Как будто это не ты все построил. Мне кажется, да, такое ощущение, что не ты платил, я не ты это не все... Я не верю этому мужику. Мне кажется, он, наоборот, в глазах всех людей хочет устроить что спектакль. Удобный. Такая добродетель, да. Освободите моего братика, пожалуйста. Пошел ты. Хорошо. Ну ладно, хорошо. Раз уж ты просишь. Я не буду их убивать. Как это работает? Что за судебная система? У вас подошел левый чел такой, не убивайте. Хорошо, не убью. Как у вас вообще, ну, наверное, должен быть какой-то свод правил, в которых за что-то идет что-то. А ты что, просто из своего женщина, мы ее отпускаем, идите. А они мужчины, мы их убиваем. Ну, логично. Не убивайте, хорошо. Не убиваем. Где, на какой бересте написано ваш свод закона, что, ну, допустим, за убийство там... Убийство, наверное, логично. За мятеж... Они реально даже никого не убили. Какое нахрен убийство? Они просто похитили человека. От этого и кажется весь этот приговор каким-то, ну, сумасбродством. Не, это все постанова. Это постанова. Что? Я изменю приговор. Суд дарует вам жизнь, но вы проведете ее в тюрьме. То, что ему было нужно. Ему нужно было от них избавиться, и ему нужно было выглядеть хорошеньким. Вот так. Просыпайся! Давай! Спасибо, дядя. Давай. Я сейчас сдохну. Вылежи ему жопу у дяди своему, ну потому что это последнее, что он хочет. Но она не понимает, она не виновата. И это она тоже это не поймет. Это ее дядя родной, она к нему прониклась. А там родители. Чуть не сдохли, как выясняется. Она просто такая, смерть, ничего себе, мы не знали. Типа, у нее были траблы с отцом, и дядя сейчас выступил в какой-то такой, в роли какой-то серьезной фигуры. И она такая, мой дядя крутой. Ну... Я в ахере, правда, я в шоке от судебной системы. Ладно, это все как бы... Это еще можно как-то... Нельзя объяснить, почему Уналак вообще с Северного полюса тут устраивает порядки. Невозможно понять, почему старейшин судит за то, что они, их как бы нейтралитет был нарушен. Непонятно, какая здесь система. Что он происходит? Просто пришел не с херали и занял место какое-то суперважное. Проблема не в том, на своем полюсе. Что нам не объясняют, насколько разная политика у полюсов. Они на разных полюсах, политика у них, ну, или слушай, она одинаковая? Ну, слушай, насколько я помню еще с «Аватара» Анга... Что это разные вещи. Это супер разные, потому что где жила Катара, и куда они потом поехали, где была вот эта Юми, или как это ее звали? Это супер развитая... Луна, да, погибла тетечка. Да, совершенно... Там свои законы, ну, в смысле, там свой вождь, тут свой вождь, они вообще между собой не особо контачили. Что логично, потому что плыть хреново тучу времени. Этот пришел... Порядки тут свои. Иди к себе домой. Нравится, когда гладят, да, хитрая голубика? Да, нравится. Как-то самому щекотно. А знаешь, здесь очень спокойно. Никто не кричит, не называет сумасшедшим. Давай позовем дядю Буми и тетю Каю. Им тут тоже понравится. Нет уж. Они будут портить нам настроение. Почему? Тетя Кая добрая и красивая, и всегда спрашивает, как я себя чувствую. А дядя Буми самый смешной человек на свете. А как же Мило? Он тоже веселый. Никогда не знаешь, что он скажет. А Джинора умеет быть мягкой и нежной. И злой, и противной. Жить в семье трудно, да, папа? Да, Ики, это непросто. Сейчас будет серьезный разговор по душам. Мне кажется, что Джинора ее немножко прессует. Ну вот именно, потому что мелкий, что он просто... Да он тоже
странный. Если честно, этот ребенок вообще странный. Он чем-то в буме пошел. Но если там мы гены какие-то берем. Ну, он какой-то, он вечно какую-то херню несет. Или больше, не знаю, Анг тоже такой веселый чувак, так что. Нет, Анг веселый, но Анг был вообще, он был таким. Ну, он был как ребенок, он был прям хорошим ребенком. Мы не видели, когда ему было 5 лет. Ну, что вот не этот. Не знаю, этот вообще. Они как опарыш. Наверное, жить в семье хорошо, потому что тебя защитят. Блестящая звездочка и принцесса Радуга ссорятся, а все равно любят друг друга. Да, ты правильно говоришь, Эки. Может, пойдем домой, а? Надо идти. Не прятаться же нам в пещере. Не бойся, папа. Мы вернемся и навестим хитрую голубику. Я знаю, она тебе нравится. Да, я согласен. Хитрая голубика. Дорогой, все в порядке? Конечно. Хорошо. Мы сейчас же отсюда уйдем. Кора, нет. Может начаться война. И тогда север разгромит юг. За меня не бойся. Пообещай, что не наделаешь глупостей. Хорошо. Обещаю. А война... Каких именно? Уточните, вот, каких, да, глупостей, вот, потому что есть ощущение, что она... А наделяет. Это разве не повод для войны? Сам по себе, вот уже. Да, реально. Вообще, мне вот... вообще это в голове не укладывается, правда. Мне тоже. А, вот я, допустим, живу на Южном полюсе, и зная мотив, с которым хотели схватить Уналака, зная, что их чуть ли не убили, внутри разве не получится какого-то это, самоорганизации? Знаешь, как, приведем пример. Будем аккуратно с примерами, ну давай приведем. Южные и Северные Кореи. Юг, север. Да, отлично. Отлично, давай, супер. Супер неблизкий. Самый близкий пример, давай. Это как будто бы Ким Чен Ын. Так. Не знаю, какой президент Южной Кореи. Но он приходит со своим войском в Южную Корею. Что уже невозможно. Ну, допустим. Северная Корея, почему невозможно? Ну, допустим, пришел и такой: у вас тут все неправильно, вы отошли от духов каких-то. А он прям разговаривает с ними, ну, Ким Чен Ын. Ставит свои порядки. Ага. Его пытаются похитить. Ага. И суд Южной Кореи. Да. Осуждает людей. Осуждает. Президента Южной Кореи. И который вел войска на территорию Южной Кореи за то, что его побили. Ну, типа, судят. Это так... Я запуталась. Это очень странно. Это очень странно. Ладно, ладно, все. Они просто братские народы. Все не работает. Нет, все. Нервин, мы не вытянем это, ты просто вот так все. Ничего, мам. Я так плохо быть беспомощной. Я знаю. Все потому что я женщина. А так. А, тут есть женщина у власти. Ого! Клёво. Чего ты хочешь? Дело не в том, чего я хочу, а в том, чего хочет Нага. А она хочет, чтобы моего отца освободили. Я? Простите, но я бессилен. Я выполнял приказы Уналака. О чем это вы говорите? О, наконец-то! Хвала небесам! Наконец-то, Кора! У меня подозрение, что Уналак вообще своего судью даже привез. Кстати, возможно, даже судья из Северного полюса. Типа, у вас нету судебной системы, привез вам нормального судью. Мы, возможно, с тобой не до конца понимаем, опять же, как эти два мира связаны. Возможно, у них реально общий закон, общее все. Они просто в разных местах живут. Ну, типа, они прям одно целое. Нам это никак не объясняли. Нам это никак не объясняли, да. Нам это вообще никак не объясняли.
Если не хотите, чтобы Нага вами закусила, говорите дальше. Я работаю на вашего дядю. Он сказал, что суд должен выглядеть справедливым. Значит, Уналак сказал вам, что говорить? Да, каждое слово. Почему он велел освободить мою мать и изменить приговор? Чтобы вы остались на его стороне, но ему надо избавиться от вашего отца. Это он отправил его в изгнание. Что это значит, отправил в изгнание? Ничего. А ну, говорите. Прикинь, это на самом деле Уналак. Подстроил так все. А я говорила это еще в той серии. Да все при проделке этого Уналака. А, мы же уже выстраивали гипотезы. План в долгую. О. Привет, отец. Ты хорошо выглядишь? Слушай, прости, что я не стал магом воздуха, как ты хотел. Но я старался уберечь мир от войны. Надеюсь, ты мной гордишься. Конечно, он мог бы тобой гордиться. Кая, я только стирал пыль со статуи отца. Здесь так много пыли. Подойди. Спасибо, Кая. Ты знаешь, когда меня надо обнять. Надеюсь, между ними троим наладится. Да наладится, конечно, но здорово, что эту тему подняли вообще. Да, это очень... Она очень жизненная, она прям живая. Она более вероятная, чем непонятный суд у Коры. Ну, может, правда, вы объясните, как всегда у вас найдется ответ. Из того, что нам мультик дал, ну, он не дал вообще никаких объяснений про законодательную систему. Мы ощущение, как бы... что это разные страны. Ощущение, что это разные страны, которые пошли от одного народа. Да. У них схожие мотивы, у них схожие ценности и даже религия. Ну, я имею в виду вот связь с духами, вот эта вся тема. Но это все равно две автономные области, которые регулируются внутренними, возможно, правовыми какими-то актами. Даже если система схожая, то ты все равно, получается, войска вводишь на другую территорию, ну, типа, если это не совсем прям одинаковый народ. Ну, блин, не знаю, но это как это объяснить? Это как... Как этот город у нас называется-то в Европе наш русский? Калининград? Да, это типа как Калининград. Вот ты войска как будто вводишь в Калининград, и ты... То есть это на другой территории, если это Калининград, то вопросов нет. Так вот, что это? Это Калининград опять условно? Же, ну, у них два правителя... Вот вождь южного племени, вождь северного племени. И меня спутали именно вожди. Конечно. Типа не мэр-мэр, а президент-президент. Да, вот это да, меня смутило. Да. Предатель! Ну я же тебе это с самого начала говорил. Что случилось? Я узнала правду об изгнании отца. Уналак заплатил варварам, чтобы те напали на племя. А потом велел им спрятаться в лесу духов, зная, что отец будет их преследовать. Уналак хотел убрать твоего отца, чтобы самому стать вождем. Он это еще круче, он заплатил им. Да. То есть он в целом все это подстроил. Да, я говорила это. Ну и молодец. Ну и всегда так. Всегда будет. Все подстроено. Как и весь этот суд. Как я могла ему доверять? Мы не понимаем, я Кора, если честно. Я освобожу отца и повстанцев. Ну она сама в шоке. Ну, мы тоже. Ладно, хорошо, что не затягивали еще на две да, серии, да, когда Кора тупит. Да, спасибо вам за это. Классно, ладно, все, клево. Потупили и хватит. Поможешь мне? Пойми только, пути назад не будет. Я знаю. Так ты поможешь или нет? Конечно, помогу. Я тоже. И я с вами. Я сначала не узнал. Блин. Боюсь даже спрашивать. Как я понимаю, разрыв с Эской не состоялся? Нет, нет, честность очень помогла. Настолько, что Эска решила меня на себе женить. О, прости. Мне кажется, что парень должен дарить девушке обручальное ожерелье. Что ж, наверное, Эска это забыла. Точно, они же дарят ожерелье. Катара ходила с таким. Единственное спасение от безумных женщин – это ложь и бегство. Твое счастье, что Варик твой друг. Так, подойдите к Пинпину, обсудим наш план. Клёво, план! Мой отец там. Мака, такую женщину упустил. Прости, Кора. Ты больше не увидишь отца. Угу.
Говори, где мой отец? На корабле, взявшем курс на север. Он будет отбывать свой срок там. Верни его, или я уничтожу вас и всю вашу армию. Помни, кто ты. Как аватар, ты не можешь грозить войной. Ты должна соблюдать нейтралитет, или наши племена не объединятся. Вы хотите не единства, а власти. Видишь, ну, вот опять же, они разные, объединить. Да, все правильно. Все логично. Все, и от этого все нелогично. Да. Вы всегда завидовали отцу. Вы изгнали его, чтобы стать вождем. Бьюсь об заклад, вы чуть не умерли от злости, узнав, что он отец аватара. Неудивительно, что вы пытались меня разлучить с ним. Я хотел лишь помочь тебе исполнить твое предназначение. Так вот, мне ваша помощь больше не нужна. Если будет война, то темные духи уничтожат юг, и даже я не смогу им помешать. Мне надоели ваши манипуляции. Вы вернете моего отца обратно и уберетесь вместе с вашими войсками на север. С какой стати мне это делать? Вам же нужно, чтобы я открыла северный портал? Нет, не нужно. Ты свое дело сделала. Скорее на яхту Варика спасать твоего отца. Идем. Всегда одна и та же ошибка. Добить же надо, ну, связать. Она не хочет убивать его. Зачем убивать? Просто, ну, свяжите его, ну, чтобы... Ну да, Маку мог бы остаться и связать его. Хотя бы кора не купить, но уже нет. Ой. Я представляю, как они идут. Лицензия на животное есть? А вы не видели тут бродячий цирк? Жули, действуй! Смотрите, медведь утконос гадит деньгами! А где твой отец? На их корабле. Я не могу привыкнуть, что их двое. Да. Я причем не понимаю, как они там устроены. Я убежден, что где-то есть фан-арты, где он или сидит на шее у нее, или у него там отдельные карманы для ножек, а она его обхватывает вот так. То есть они как бы выстраивают одно полудлинное тело. Это все равно так душно, блин, бедная Джули. Мы сможем догнать? Конечно, если обойдем наших друзей с севера. Может, уже выйдете из костюма? Будь у нас самолет, я бы убрала эти корабли магией воды. Самолет? Что же ты сразу не сказала? Зачем вам самолет на борту? А вдруг яхта потонет? Но взлетной полосы нет. Варик, как же мы взлетим? Жули, записывай. Построить полосу. Есть, сэр. У меня идея. Или льдом. Льдом. Или так. Ну, клево. Она так легко входит в это состояние, очень круто. Я от этого очень сильно удивляюсь, правда. Ну, наверное, это нормально. Да, это нормально, где на детство вода. Она прям очень круто это контролирует. Какая классная яхта. Капитан, вы ни за что не поверите. Вижу! Отец на том корабле! Прыгай! Клёво! Но они же не будут драться с аватаром! Да, они будут, они не успеют. Помогите! Где пленные?
это безумие? Ты же обещала мне не делать глупостей. Пришлось. Я потом объясню. Просто... Флот Турции как будто. Чего не говори. Детка, это ты? Я так волновалась. Может, все-таки скажешь что-нибудь сестре? Ики, молодец, что вернулась. Да, прости, что мы над тобой смеялись. Спасибо. Будем играть в мяч? Конечно. Да! Я хочу извиниться за то, как вчера себя вел. Я так радовался наследию отца, что, конечно, мог и не заметить, что в нем не все идеально. И ты нас прости. Мы вымещали на тебе наши обиды на отца. Да, ты этого не заслужил. Я хочу вам кое-что показать. Это мне мама дала на прощание. Какая... Дожди. Какая милота, смотри, какая катара. Смотри, какая маленькая. Очень милая. Это Тензи мелкий такой, да? Да, а это Анг и Катара. Такие классные. Симпатичная семья. Это счастливая семья. Ну, видишь, общем... не все у них так плохо и да было. Да нет, это не плохо. Это изначально просто, не было плохо. Просто у детей некие обиды на отца. Вот и все. Это не делает их семью ужасной. Это или не Анга делает плохим их... отцом. Ну ладно, ладно. Все, ну, типа, все, просто... Все. Ну, были ошибки какие-то. Это вообще абсолютно нормальная вещь. Да, я даже не знаю, да. Я даже ну, не типа, знаю, что тут сказать. Какой родитель идеальный? Ну, камон. Да дело не в этом. Просто тут в таких условиях как быть идеальным? Это же... так сложно. Когда на тебе очень много ответственности. Где-то что-то да упустишь. Ну, это... упустил вот этих двух. Ну, подумаешь. Ну, вот так главное, вот. Что у них остались какие-то обиды. Сходит к психотерапевту, проработают, все нормально. Тем более, тут так все быстро развивается, в следующем сезоне должен появиться. Узнав правду, я не могла сидеть сложа руки. Меня предал родной брат и все наше племя. Что будем делать дальше? Я слишком долго бежал от прошлого. Пора мне поставить брата на место. Можешь на нас рассчитывать, вождь Тонрак. И на меня. Я буду сражаться вместе с тобой, отец. Нет, Кора. Ты же сказал, что Югу не устоять против армии Уналака. Я помогу. Помоги привлечь президента Объединенной Республики на нашу сторону. Юг сможет сопротивляться Уналаку какое-то время, но для победы нам нужна помощь объединенных сил. Хорошо. Я сделаю все, что могу. Я люблю тебя. Так, кто президент? Я забыл. Совет распустили, там больше он не правит. Нет, президент Объединенных Наций. Это где-то в республиканском городе, наверное. Кто президент? Может быть, этот? Айра? Нет. Нет. Я тебя тоже. Я тебе благодарен, Кора. За что? Я развязала гражданскую войну. Именно! Теперь между мной и Эской полный разрыв. Дурачок, это называется политический брак. Вы, наоборот, могли бы объединить. Вы единственные, кто вдвоем смогли бы эту распри остановить. Кажется, к нам гости. И какие-то они недобрые. Что это? Эска. Это моя дорогая Эска. Вопрос, эта посудина сможет уйти от моей сумасшедшей бывшей подруги? Зачем, по-твоему, я построил яхту? Зачем, по-твоему, я построил торпеды? Автор сценария Майкл Данте Ди Мартино. Я рад, что у Коры наконец это... то я уже сижу уже. Киста рассосалась, она все увидела, все у нее хорошо теперь. Блин. Абьюзивные отношения. Надеюсь, представляешь, с Эской тоже. Это все это так же, как с Тензином.
нам вводит, чтобы показать вот персонажа с какой-то такой, кто-то себя узнает в Эске, кто-то узнает себя в Болине, и они как-то этот вопрос решат. Это на другую аудиторию рассчитано. Не на травмированных братьев и сестер, не знает, смотреть сложно, если честно. Серия, ну, хорош. Нет, нормально, но нормально. Идем. Да, мне все больше и больше нравится. Да, я все еще жду разъяснений ваших по поводу политического устройства этих двух племен. Но мне кажется, это важное упущение, допущенное сериалом, что оно это никак не объяснило. Потому что это реально, ну, какой-то акт агрессии, причем неприкрытый, и почему все так тупят, непонятно. Причем все его воспринимают как, ну, окей. Ну, нормально, приехали, арестовали всю... Суды будем устраивать. Всю нашу политическую верхушку, что? Ну, вот так. Такие люди, такие нравы. Пишите, что думаете, эти лайки обязательно там накрутите, сделайте там как-нибудь, чтобы поставьте, было... Поставьте. Кто-нибудь буквально поймет и будет накручивать. Блин, не, пожалуйста, мы уже сталкивались с актами добродетели чьей-то, я больше не вынесу. Все, увидимся в следующий раз, выигрывайте подписку на Boosty, подписывайтесь, делайте, что хотите. В целом от жизни получайте все. Не будьте иногда коры, но коры в целом будьте, потому что девочка хорошая. Пока. Пока.